Всем хай, с вами Десай. Сегодня я буду бесить всех игроков на автобазаре путем торговли и тому подобное. Похоже, видеоролик я уже снимал на своем канале, называется «Торгуюсь до последнего». Ну и сегодня будет точно такая же схема, только немножко прокачана. Всем приятного просмотра. Я думаю, нам стоит переодеться в бомжа, снять все аксессуары, ибо так, возможно, меня спалят, что я какой-то мажор, просто троллю тут людей. Первый экземпляр, я думаю, я нашел. 9 миллионов, но я думаю, сторгуемся с ним за 10. Бля, я так сказал, как будто я за 10 лямов сторговаться хочу. Не, я сторгуюсь с ним за 10 тысяч. Могу за 9 кака? Готорг. За 10к возьму. Нет? Ну, я реально бомж. Мне просто нужна машина, чтобы кататься. Денег нету. Давай я за 10к куплю. Так мне тоже надо денег. Говорили, что тачка это говно. Я думаю, за 10к мы сторгуемся прям хорошо. Понимаешь? Мне тоже надо денег. Я тебе говорю, я за 10к возьму. Я тебе не говорю, что я бесплатно буду покупать. У меня 43к на руках. 10к слишком мало. Я тебе дам 10к. Ты пойдешь в казино, у тебя будет в сумме 50 тысяч. Не-не. Ты че, не-не, блять, да продай мне тачку, да ездить мне надо. Ну, давай я тебе передаю 10 тысяч, ты мне продаешь тачку. Да нет, челик, пожалуйста, ну че ты жмешься? Не надо. Все, я тебе даю 10 тысяч. Даю тебе, и ты продаешь тачку. Все, я тебе 10 тысяч передал, давай тачку. А че я не могу тебе денег обратно дать? Потому что я тебе тачку купил, давай мне тачку. Сейчас админа позову, тебя нахуй забанят. Ты меня обмануть решил тут? Я тебе денег не могу дать обратно. Ты меня наебать решил, блять? Я тебе говорю, деньги возвращай, либо тачку давай. Ты че, охуел что ли? Я сейчас админа позову, ты меня на 10 тысяч наебал. У тебя 32 левел. И скиллы вкачаны. Блять, блять. Сука, он меня спалил. Bullet Fast там. Продай за 1 лям, пожалуйста. Бля, не хватает чуть-чуть, прям 10 тысяч, 10 лямов не хватает. Продай. Тюнинг бесплатно в подарок тебе за то, что ты продашь мне тачку за 1 лям. Сейчас зеркало тебе поменяю, какое красивое будет у тебя. И двигатель новый поставлю. Смотри как. Чел, иди на YouTube, снимай видосы. Я и снимаю. Макс, что? Я куплю авто за 15к. Она столько не стоит. Почему? За 15к куплю. Потому что 11к для нее потолок. Я хочу пробить его. Блять, тут еще люди подходят ко мне. Вы че? Вы ебанулись или ютуб мой нашли? Блять, ну это пиздец. Давай 15к. Мне не хватает, Макс. Сколько? 15к? Нет, 14. Чел, удали игру. Куплю машину, блять, не бей. Ты сам, сука, подошел и стоял. Ты сам на меня наехал, продай машину. Да ты охуел. У меня есть 160 тысяч, давай. 160 тысяч, давай. Так какой 28 лямов, ты что? У меня денег таких нету. Или давай, продавай машину, или я тебя сру, у тебя крыши нету. Ну все, я сру, я предупреждал, я сру. Если нагадишь мне в машину, я тебя, блядь, задыбаю. Насрал на голову сакуры. Все, я тебе насрал, давай машину, это моя теперь, я пометил. Тебе, блядь, в рот насру, на. Машину не продаешь, иди мойся, тебе воняет. Завали ебал. Пошел, нахуй. Видишь, ты же залететь это не можешь. У тебя машина вообще говно какое-то. Ой, блядь, куда ты уходишь, тебя насрал? Это моя машина, отдай машину, сука. Ой, блядь. Вот что бывает, когда мне не хотят продавать тачку. Тачка говно, не покупайте, пробы 15к. 200 пробы, понимаешь? А, тачка говно, не покупайте, пробы 200к. Ёбаный пиздобол. Ты сам себе такую участь приписал. Не продал мне. Вообще пиздец. Теперь ты хуй как ее продашь. С такой рекламой. Он типичный бомж, забей до него. Я не бомж, просто так выгляжу. И сколько же у тебя виртов? 190к. Богатый. А ты бомж. Целых 190к есть. Ты можешь ими подтереться. Вот именно. Я могу себе это позволить. И потом сосать хуй за один вирт ходить. Сейчас ты меня пососешь. Ми снял штаны, насрал на машину. Тут РП не работает, это Аризона. Так, ну все понятно. Если он против РП, значит репорт на него. Но он РП. Все. Пиздец. Этот видос было не так уж легко заснять, ибо игроки не хотели со мной идти на контакт. Просто не обращали на меня внимания и вообще никак не контактировали со мной. Все еще добивало тем, что меня как-то узнавали на автобазаре. Так что за старание поставь лайк и подпишись на мой канал, это реально очень сильно мотивирует. Также смотри видеоролики, которые сейчас вылез здесь на экране, они тоже очень прикольные, очень интересные, тебе реально понравятся. Ну и всем до завтра.